Доброе утро, Югра! Я не знаю почему, но веселые истории о школьной жизни любят даже те дети, которые идут в школу без особого рвения. И сегодня я хочу вас познакомить с автором именно таких историй – Екатериной Тимошкольской и ее книгой «Дикари и принцессы». Известность в литературном мире Екатерина принесла ее дебютная серия о приключениях Мити Тимкина. Но сегодня мы поговорим о ее новом романе «Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы». Главная героиня книги – молодая учительница Катя, только что окончившая институт. На новом месте работы ее встречает типичный школьный коллектив. Классически суровая завуч, жизнерадостный и боевой физрук, нежная, но своеобразная учительница английского языка. Читая эту книгу, невольно посмеиваешься над незадачливой юной учительницей, вступившей в клетку с ужасными детьми. И в то же время сочувствуешь ей. В романе «Дикари и принцессы» вы найдете легкость, юмор и полное правдоподобных приключений повествования. Все это в лучших традициях советской школьной повести. Эту книгу и другие произведения Екатерины Тимошкольской вы сможете найти на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!